Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Noah гибрид 2015 год в черном цвете. Бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, 99 лошадиных сил, гибридная установка в 60 кВт. А КПП, передний привод, оригинальные литые диски на хорошей летней резине, пробег 119 тысяч километров, аукционный балл 3,5. По салону у нас чистый ухоженный темный салон, не прокуренный. Три ряда сидений, посадочных мест, раздельный климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, режим эко, мультируль, одна электродверь, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал. Также у нас имеются ветровички, повторители в зеркалах. Пройдемся по ЛКП данного автомобиля. 112. 124, 108, 110, 110, 113, 113, 101, 105.